Наука о продажах исследует, как различные факторы влияют на решение покупателя о покупке. При личном общении с клиентом мы выясняем, что ему нужно, какие нужды он закрывает, и только потом предлагаем ему свое решение. Бесплатные образцы продукции или дополнительные услуги могут стимулировать покупателей к покупке. Отзывы и рекомендации в рекламе и продвижении могут значительно увеличить интерес к вашему продукту. Многие бренды используют сейчас в продвижении амбассадоров и блогеров. В этом случае аудитория получает совет от человека, которому она доверяет. Бренды, использующие в рекламе реальных людей, а не моделей, добиваются большего доверия и лояльности. Представление высокой начальной цены перед объявлением скидки заставляет скидочную цену казаться еще более привлекательной. Истории имеет смысл использовать во всех сферах своей жизни – с клиентами, сотрудниками, близкими и друзьями.